Даже проскалировали меня, попросили пройти в кабинет, где провели со мной одну процедуру, которая у них называется пресс-терапия. На меня надели костюм как скафандр и накачали воздухом, и под прессом я находилась 10 минут, после чего у меня было состояние шока. Я еле дошла, вышла с этого кабинета, мне было очень плохо.